Приветствую на очередном обзоре. Вчера у нас был обзор не анонсированный, так случайный, с U10 там клинками и 9HS. Ну а сегодня у нас уже анонсированный, кроме вот того дальнего, конечно, опять. Хотя нет, там я что-то говорил про PGK, это будет в самом конце. Сейчас мы начинаем как бы по ходу обзор клинков из дамасской стали. Вот такая вот моделька у нас. Цилиндрический, небольшой. Почему я их произвел? Во-первых, потому что на сайте они пользовались спросом. И не только. Их еще заказали два заказчика, которым тут я делал намаз как-то между делом. И говорят, блин, сделай таких еще маленьких, мы тоже хотим. Ну, вот это способствовало тому, чтобы я их заново изготовил. 5 мм отверстия. Это вот дамаск, я тут, конечно, с ним постарался, но он не выгоден только тем, что он немного, но дороже обходится в еще производстве, то есть в самом производстве упаковки. И поэтому, не знаю, мне кажется, все-таки вот такие надо больше делать. Пусть дороже, но зато рисунок просто глаза режет. Ну, это еще глубокая протрава, так никто не травит больше, кроме меня. Поэтому точно такой же клинок, но уже вот из другого немного дамаска. Такие вот хищные варианты. Я где-то даже у мерикосов видел что-то похожее. Вроде бы. Но это было давно. Не знаю, правда ли, так что не буду уточнять. Вот мелкоструктурный дамаск. Это тот, который я делал вот под заказчиком. Да, конечно, он уже не тот, не такой зрачный, не такое, глаза не режет, но хотели именно такой. То есть сделали вот мелкий-мелкий прям рисуночек, очень мелкий. Ну вот я и для сайта завел тоже лишних парочку штук, чтобы были. Такие классные. Блин. Вот. Это также из мелкого такого структурного, но уже больше дикого все-таки. Потому что там тоже в заказе были такие 4 штуки. И вот я один еще для сайта забахал. Тоже отверстие 5 миллиметров. Так, дальше. Ножи финские. Чисто финские. Вот это прям вообще классик. Конкретный классический вариант. Прям так хочется на этот клинок садить такую рукоятку вот с грибком, который сзади. Ну, чисто финский вариант. Прям так хочется, так напрашивается она прям вот так вот. Но по рукояткам мне пока не знаю, видно будет. Я их редко собираю целиком ножи. Это тоже финский, но уже немного с ромбообразным клинком. Конфигурация такая клинка. И вот это тоже тот самый дамаск, вот, который подороже мне. Там вообще прям крепче, там просто крепче, там вообще рисунок, да, значительно круче выражается, так сказать, именно вот выражается. Вот тут тоже не слабо. Тоже под рукоятку, которая с грибком, под финскую рукоятку. По твердости я вам покажу, я вот не помню, я уже замерял еще вчера. Сделал фотки, я вам здесь где-то их размещу. И дальше. И один клиночек вот он достался для сайта. Пылинки уже нападали. О, всем привет. Увиделись, как говорится. Это PGK. Термообработка у него не максимальная. Я не помню. Там я тоже фотку вам выложу. По-моему, единица 60 или 60,5 где-то так вот. Вот, именно это я, как вам объяснить, в данном случае я использовал шлифовку практически ручную, то есть я все полностью вручную его отшлифовал, и после, только уже после всего этого, полирнул на мягком-мягком круге, вот и все, так что это я не знаю,
прям полноценно ручной шлифовкой назвать, ну, можно, но не до конца, опять же. Это шлифовка все-таки зеркальность, смотрите. Это шлифовка, в принципе, ручная, но да, но финиширована на круге. Вот так вот. Единственное, что, да, хотел бы добавить по поводу PGK, полируется она, ну, вроде бы хорошо, но не идеально. То есть, бывают такие сталюги, которые полируются более зеркально, но это уже, в принципе, на 4 с плюсом. Прям реально на 4 с плюсом, из 5 баллов. Второе, что хотел сказать по этому поводу, PGK очень сложно полируется. Она шлифуется, в принципе, это не айс, а полируется так вообще дичь какая-то. Но все возможно, если сильно упереться и сильно захотеть. Вот у меня такое желание возникло. И на сегодня это все. Такой вот коротенький обзор. С чем буду дальше работать, даже не скажу, потому что я пытаюсь загадывать. Не сходится практически всегда. Поэтому увидимся на следующем обзоре. И лично, как говорится, вместе увидим, что у нас будет в следующий раз. До новых обзоров.